Всем привет, ребята, акулята, на связи Викуленок. И обычно я вам рассказываю про новости о топ-мире, что нас ждет в четверг. Но, если честно, я пересмотрела новые видосы разработчиков и вообще запуталась. Я вообще не понимаю, что ждать в этот четверг. И вообще ждать ли чего-то. Итак, давайте по порядку. Что же мне стало непонятно? Первое. Вот пришел к нам в Adopt Me цирк. Все понятно, да? Мы приходим, покупаем боксики, выбиваем вот таких вот красивых горилл, и все счастливы. Обновление цирка закончится через 10 дней. То есть как раз к следующему четвергу. А мы-то ждем, что же будет в этот четверг. В прошлом видео вчера... я уже вижу, мои подписчики добавляются. Ну ладно, не отвлекаемся. В прошлом видео вчера я вам рассказывала про новую локацию, которая добавится в Adopt Me. И по всем моим, в общем, наблюдениям, я пришла к выводу, что эта локация будет располагаться на детской площадке. То есть появится новая детская площадка. Логично, там везде песок, огромные совочки, ведерки. То есть здесь появится новая локация. Да и тем более на карте виднелось что-то розовое, и это походу либо рожок, либо вот это вот здание. Я поэтому решила, что на этом месте будет новая локация, новая детская песочница. Круто, не правда ли? Ну, потому что, ребят, согласитесь, расположить вот здесь, вот где стоят сейчас мои подписчики, огромную такую локацию невозможно. Обычно, когда у нас, ну, какие-то либо обновления приходят в Adopt Me, то вот здесь вот располагается какая-то локация, там, допустим, с питомцем, как помните, как кот в сапогах, как различные, помните, здесь компьютерчик стоял с различными пэтами. В общем, разные стойки с питомцами всегда стоят на этом месте. Но та локация слишком огромная. Да и тем более на той локации виднеется вот эта вот штуковина детской площадки, которая затоплена водой. То есть мне кажется, что все-таки изменится детская площадка, плюс добавится новая пэт. Но, если честно, я попозже, после того, как разработчики выпустили еще два видео, начала уже в этом сомневаться. Я была вчера еще уверена на 100%, что это детская площадка. Но потом они показали несколько питомчиков, которые появятся вместе с этим обновлением. Неужели у нас могут быть два обновления сразу? Цирк с обезьянами и вот эти вот зайцы. Я вообще запуталась. Либо это обновление будет в этот четверг, либо это обновление будет после цирка. Но если обновление будет после цирка, то зачем его показывать нам так рано? В общем, очень много информации от разработчиков, которая очень-очень непонятна. Или нас ждет очень много сюрпризов. Детская площадка, локация и еще и цирк с обезьянками, точнее горилками. В общем, ребят, я вообще запуталась. Что вы думаете по этому поводу? Я, если честно, сегодня даже думала не записывать этот ролик, потому что я даже не знаю, что вам сказать. Я реально запуталась. Если у нас обычно бывают какие-то предположения по поводу, что будет и примерно что будет, то сейчас вообще что-то все непонятно. Но еще есть одно но. То, что там есть зайцы, а зайцы — это Пасха. А Пасха у нас еще, ох, как не скоро. Поэтому это что, анонсы к будущим обновлениям? Либо это все будет в четверг? Я запуталась. Ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и, конечно, мы ждем новой информации от разработчиков, чтобы узнать, что будет дальше. Потому что мне очень сильно не терпится. Оставлять вас без информации мне тоже не хочется. Поэтому получается вот такая вот каша-малаша в сегодняшнем видео. Рада была быть с вами. Еще увидимся. Всем пока-пока.